У мужа вынужденная защита от Чивы. Чива повадился клевать уши Макса. Вот постоянно клюет. Он его отгоняет уже постоянно. Нет, он садится, Чива, на плечо и подпрыгивает и клюет уши. Вот решили такую повязку защитную надеть, чтобы Чива не клевал уши Макса. Вот я не знаю, мои он не клюет. Ну, у меня, конечно, волосы длинные. Сережкин еще можешь там теребить, а вот уши, наверное, вкусные какие-то у него уши. Напоминает, может, чего, что-то там, не знаю. Ну, в общем, сейчас вот в этой повязке у Чивы шансов нет. Точит клюв. Но бесполезно. Ай-ай-ай. Бесполезно Чива. Вот так, не достанешь ушей Макса. Все. Зато пальцы мои. Вот, все, все. Все, все, ускакал. И там тоже не достанешь. Все, никак.